Доброе утро! С вами рубрика «Утро в форме». Я ее ведущая Елена Умежева. Сегодня нашу тренировку мы начнем с суставной разминки. Начинаем с плечевого сустава. Ручки выводим в параллель пола и круговыми движениями в одну сторону вперед. 10 повторений. И в другую сторону те же 10 повторений. Еще 5, 4, 3, 2, 1. Ручки выводим на затылок, сводим лопатки по центру и мягко раскрываем лопатки вперед. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Еще 3, 2, 1. Ручки выводим в параллель полу и начинаем с правой ножки. Делаем глубокий вдох и круговыми движениями вводим ножку назад. 10 повторений. Еще 3, 2, 1. Расслабились. Левая нога, ручки также в пол, параллель. И поехали. Вдох, выдох. 10 повторений. 4, 3, 2, 1. Расслабились. Остаемся на левой ножке. Правую ножку максимально тянем к себе. Считаем до 10-15. Расслабляемся и смена ног. Левую ножку также максимально к себе. Держим еще 4, 3, 2, 1. Расслабились. Ножки выставили чуть шире. И от пятки к носку. 10-20 повторений. 5. 4, 3, 2, 1. Расслабились. Для нашей тренировки нам понадобится сегодня бодибар. Начинаем первое упражнение, это приседание. Уводим наш бодибар на плечи. Ножки выставляем чуть шире, носки разводим. Делаем глубокий вдох, выдох. Вдох, выдох. Вдох, выдох на 15 повторений. Еще 5, 4, 3, 2, 1. Ножки собираем чуть уже. Бодибар уводим обратным хватом. Лопатки опустить, уйти в наклон. И работаем. Тягу делаем к поясу на выдохе. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Делаем также на 15 повторений. Еще 5, 4, 3, 2, 1. Уводим бодибар перед собой на вытянутую ручку. Делаем вдох, выдох. Вдох, выдох, вдох, выдох, вдох, выдох. 10-12 повторений и меняем ручки. И также 10-15 повторений в обратную сторону. Выдох, вдох, выдох. Еще 4, 3, 2, 1. Вводим за голову, делаем вдох, выдох на уровне ушей стоп, вдох, выдох, вдох, выдох. Также 12-15 повторений, 3, 2, 1. Увели перед собой хват на уровне плеч и также уводим теперь перед собой. Те же 12-15 повторений. Еще 4, 3, 2, 1. Расслабились. Увели также бодибар на плечи. Ножки поставили уже. И отсюда на вдох, на выдохе вдох, выдох. Колени сгибаем. Вдох.
выдох, вдох, выдох, вдох, выдох. На 20 счетов. Еще 3, 2, 1. Ввели бодибар перед собой для равновесия. И начинаем с правой ножки. Носочек уводим на себя и отводим ножку назад. 15 счетов. 4, 3, 2, расслабились. Смена ног, левая ножка, носок также на себя. Сделать глубокий вдох и на выдохе. Те же 15 повторений. Еще 5, 4, 3, 2, 1. Уводим бодибар в сторону. На этом тренировка подошла к концу. В конце каждой тренировки мы делаем заминку. Ножки выводим шире плеч, носки в разные стороны. Ручки перед собой. Делаем глубокий вдох, выдох. Вдох, выдох. Вдох, выдох. 10 повторений. Разворачиваемся. И то же самое. Растягиваем. 10 повторений в правую. Сделать вдох на выдохе. В левую. Также 10 счетов. Расслабились. На этом наша тренировка подошла к концу. С вами была Елена Унежева, рубрика «Утро в форме». Всем хорошего дня!